90-83 пары из 15 регионов России и 5 стран мира приняли участие в турнире по танцам. В разных возрастных группах выявились призеры, но главным событием стал этап мировой серии WDSF Open. В споре за медали состязались спортсмены России, Венгрии, Нидерландов, Словакии и Эстонии. В первый день губернаторского форума пары из 3 стран оказались на пьедестале почета. Золото увезли в Словакию, серебро в Венгрию, бронза досталась российскому дуэту из Красноярска. Пары признаются, что залог успеха не только в технике исполнения, но и в эмоциях на паркете. Бетин говорит, что она пытается передать то, насколько она любит танцы, и она это настоящее чувство пытается передать судьям. Во второй день соревнований судьи покорили эмоции и танцевальное мастерство двух российских дуэтов. Представители Тюмени завоевали серебро и золото турнира.